В Северском районе состоялась 61-я сессия Совета. На встрече парламентарии обсудили 10 вопросов, касающихся внесения изменений в Устав муниципального образования «Северский район», реализации муниципальных программ, передачи земельных участков гражданам, имеющих 3 и более детей, списания недвижимого имущества на территории района. Также в рамках сессии обсудили ситуацию с коронавирусной инфекцией. С докладами по этой проблеме выступили специалисты. По их словам, в Северском районе на сегодняшний день нет случаев заболеваемости инфекцией. Все слухи, все доводы мы связываем с тем, что есть люди температурящие, мы их переводим в изоляцию, мы переводим на карантинные мероприятия, и у людей возникает ощущение, что кто-то болен. Эти слухи постоянные по врачу нашему и по всем этим моментам, они на сегодняшний день не подтверждаются. Если будет подтвержденный случай, никто это ни от кого скрывать не будет, он будет официально. Эта информация официально будет размещена и на сайтах, и в информационных всяких порталах, потому что это важно, если вдруг будет выявлен случай. Но будем надеяться, что в нашем районе такого нет. На сессии присутствовали также депутаты Законодательного собрания Краснодарского края Андрей Куемжиев и Сергей Орленко. Они выступили с информацией о поправках в Конституцию Российской Федерации.